считаю приговор суда незаконным, необоснованным, подлежащим отмене в связи с необоснованным оправданием Алимова и необоснованным исключением из предъявленного обвинения Родионовой, Жанбердиновой, части 3 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе судебного следствия было установлено, что ввиду надлежащего исполнения врачами Родионовой, Жанбердиновой, медсестрой Кадушевой своих профессиональных обязанностей, выразившись в отсутствии со стороны Родионовой, Жанбердиновой контроля за действия Кадушевой,